Сейчас в теме мастер-классы. Хочешь, я тебе покажу мастер-класс? Давай. Итак, я вам покажу мастер-класс. Итак, поехали. Смотри, так. Сейчас у меня чудо-печь мистери. Вы ее полюбили. Это инновационное предложение у нас не первый раз уже появляется, оно по вашим просьбам, потому что это чудо-печь мистери. На что она способна? Она способна, конечно же, это все в одной линии, так сказать, как это, объединить функцию мультиварки, так. Функцию сковородки, функцию пароварки и функцию фритюра. Вы представляете, как это удобно? Кроме того, здесь стеклянная крышка. Значит, вы накрываете и можете наблюдать за процессом приготовления. Смотрите, правда, крышка стеклянная, она большая. Мы можем видеть все, что готовится, и наблюдать. Это предложение особой красоты. Итак, вот я чувствую уже запах и вижу, как у нас смотрятся красиво чебуреки. Чебуреки. Фритюр нам можно делать даже блюдо во фритюре. Конечно же, можно картошку фри, наггетсы. Сейчас я решил приготовить вот такие чебуреки, друзья мои, которые готовятся здесь с говядином. Вы можете делать со свининой. Все, что хотите, вы, конечно же, можете готовить. Итак, посмотрите внимательно, что готовит чудо-печь мистери. Что вообще получают наши телезрители, телепокупатели, приобретая чудо-печь? Необычный дизайн, прежде всего, необычный дизайн. Со стеклянной крышкой. Вы наблюдаете за процессом приготовления. Вы контролируете процесс приготовления. Вы представляете, как это удобно? Вы где-нибудь видели в мультиварке такую крышку? Нигде, конечно же, не видели. Конечно, только в нашей нет. чудо-печке. Ты знаешь, Олег, я хочу сказать, что вот такого объема, такого размера я вообще не видела. Ни мультиварок, ни печей, тем более со стеклянной крышкой. Что у нас это? Мясо? Я хочу немножечко соуса. Вот знаешь, я делаю этот соус из свежих помидор настоящих. Очень вкусный. Так. Хочу посыпать зеленью. Вау, а как классный. Это говядина. И я тушил ее именно здесь. Вы подсмотрите, какая вкуснятина. Посмотрите, слушай, ты знаешь, какая... Олег, мне очень нравится аромат. Я прям наслаждаюсь даже наблюдением того, какие блюда у нас получаются. Но как жалко, что вы, наши дорогие телезрители, не можете ощутить этот вкус. Ты мне дашь попробовать? Да. Друзья мои, как вы готовите вашу говядину? Ты посмотри, какая развалистая. Ты знаешь, тебе побольше кусок? Мне поменьше, оно же горячее. Я же хочу проживать, попробовать, хорошо. Все ощутить и рассказать. Слушай, я знаешь, что хочу тебе вот так вот вместе с соусом. Да. И можно давай вот морковку, которая, кстати, не развалилась. Вот я сейчас покажу. Не разварилась. Мы готовим на ваших глазах, мы тестируем посуду. А знаете почему? Потому что мы уверены в качестве, что она нас не подведет. Но я сейчас буду... уже пробовать. Да. Ой, слушайте, запах у чеснока вкусный. Запах. Во-первых, аромат – это раз. Во-вторых, тает во рту – это говядина? Говядина. Невероятно. Это не какая-нибудь буженина. Она сама. У меня аж прям все... Вкус говядины, каждое волокно абсолютно мягенькое. И овощи, вот как живые. Как такое получается? Слушайте, друзья мои, это все очень легко. Чудо-печь мистери. Чудо-печь мистери. Вы представляете, это решение. В моде кулинарные мастер-классы. Теперь вы ставите это на стол, и она готовит все за вас. А вы наблюдаете за процессом приготовления. Потому что здесь, внимание, друзья мои, стеклянная крышка. А что там у нас? Два блюда одновременно. Это как? Так, здесь можно готовить два блюда одновременно. Снимаем стеклянную крышку. Так. Смотри, что я сейчас делаю. Я вижу, что на первом ярусе это голубцы? Голубцы. Голубцы. С мясом и рисом. Наше стандартное, вкусное, полезное, очень вкусное блюдо. Это на пару приготовить? Я готовил на пару. Смотрите, друзья мои, смотрите, как удобно. Вы ставите к Новому году на середину стола, готовите, к примеру, голубцы, либо... Вот это вот, знаешь, для аромата приправа, вот это вот, знаешь, укроп очень хорошо. Да, мы обязательно ставим. Грудка на пару. Куриная. Да, куриная грудка. Раз, два. Смотри, что я сейчас сделаю. Снимаю. Это я второй ярус снимаю, кладу его сюда, а здесь у меня рагу.
Рагу! Рагу! У нас двухэтажное чудо-печь мистери. Вы готовите сразу два блюда одновременно. Рагу получилось овощное, такое ароматное и вкусное. Ты знаешь, что для меня очень актуально, что можно готовить два блюда одновременно. Потому что у меня дома три мужчины. Так. Два сына и муж. И у каждого свои кулинарные предпочтения. Один любит грудку, другой ее не любит. Одному подавай картошку тушеную, а другой говорит, я не хочу. И чтобы всем угодить, вы знаете, у вас есть два яруса. И вы готовите сразу два блюда одновременно. И угодить можете всем. А посмотрите внимательно, что ты достаешь. Я достаю чебуреки. А ты знаешь, что, Олечка, можно приготовить чебуреки. Можно приготовить путь. Оля, знаешь что, пончики. У меня сахарная пудра, вон она. Вот, вот, неси ее всю сюда. Мы должны посыпать. Давай, посыпай. А я думаю, смогу. Сыпай просто вот так. Да, во, молодец. Молодец. Итак, посмотрите, какая вкуснятина получилась. И это чудо-печь мистери, записывайте. Она способна на все. Что заменяет? Именно кастрюлю. Она сковородка, кастрюля, пароварка, фритюр. Только здесь и функция мультиварки. Вы представляете, как это удобно? Кроме того, здесь специальная открытая стеклянная крышка. Держи. Давай. И вы готовите это у себя на столе. Ставите, а гости наблюдают. Итак, друзья мои, я приготовил прекрасные чебуреки. Вы можете приготовить, конечно же, пончики. Пончики, наггетсы, готовьте с удовольствием. 8 автоматических программ режима приготовления на пару. Итак, что включает чудо-печь мистери? Она включает в себе все функции мультиварки, включает, конечно же, функции сковородки, кастрюли, пароварки и даже фритюра, где вы можете готовить прекрасные ароматные пончики. Слушай, а ты знаешь, что, Оля, есть пончики, фаршированные по виглам, и можно приготовить, да, конечно. Слушай, так это же из детства. Пончики, посыпанные сахарной пудрой, или пончики, или сделанные во фритюре пирожки. С повидлом. Боже мой! Слушайте, друзья мои, вы хотите... Знаешь, Оля, я хотел сказать, для кого это чудо-печь? Для кого? Друзья мои, это для того, кто хочет удивить своих близких, друзей, хочет показать мастер-класс прямо за столом, новогодним столом, потому что, Оля, здесь стеклянная крышка, а значит, вы наблюдаете за процессом приготовления. Знаешь, я уже представила, я... Поставлю на середину стола чудо-печь, и я представляю себе, как придут мои подружки. Мы, знаешь, скоро собрались с девчонкам провести девичник, встречу. И я уверена, что я удивлю их точно. Они у меня будут спрашивать, где ты такое купила? Ну, я, конечно, поделюсь секретом, что это наш опен-шоу. Но вы только представьте, к вам придут друзья, которые, я уверена, нигде не видели подобные чудо-печи, и вы их удивите. Это не у каждого есть, а у вас будет. А вы хотите, хозяюшки, экономить время и при этом иметь сразу приготовленными два блюда одновременно, экономить в 10 раз свое личное время. Чудо-печь мистери – это помощница как для молодой начинающей хозяйки, так и для опытной. Выбирайте, экономьте и радуйте себя.